Авторы этих фильмов прошли высшие курсы сценаристов и режиссеров. Курсы эти существуют с 1963 года. Ведут они образовательную программу различную, то есть кто-то учится на режиссуре, кто-то кинодраматургом. Но выпускники курсов, многие из них становятся известными людьми и участвуют уже в таких кинофестивалях, как, допустим, Киношоп, Кинотавр, да, Сталкер. Вот это, я думаю, что вам известно. Сегодня мы очень довольны тем, что мы получили из Москвы эти фильмы. Что все наоборот бывает. Все с деревни рвутся в город. Нет, сейчас. А сейчас, а здесь наоборот. Я только подумала, он еще не сказал, только я еще и спою, да? А какой вам больше понравился? Да и каждый по-своему. Да. Первый, когда такая философия, да, знаете? Отец. Но она прямо, она спасала. Буквально спаситель была, 9.1.1 для этого. А всем казалось, что она чудная.